Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 13 марта. Я Олег Шагданов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. В республике влияние циклона с юго-запада ночью по Прибайкалью и юго-западу. Днем местами снег. Ветер западный 3,8. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Поземка. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная 30 мороза, местами до минус 38. Днем 6-11 мороза, местами до минус 2. По центральным районам ночью 20-25 мороза, местами теплее до минус 16, днем минус 3. По южным районам ночью минимальная 25 мороза, при снеге по юго-западу минус 14, днем минус 1-6, местами до плюс 3. В столице Бурятии ночью без осадков, ветер слабый, температура минус 17-19, днем натекание облачности, возможен небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура минус 2. Атмосферное давление будет падать. Самая распространенная валюта на Земле – это франк. Различные виды франков являются валютой 22 стран. А разными видами долларов рассчитываются только в 17 странах. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шагданов. Аж гордость берет, что рублем рассчитываются и только в России. И он обеспечен, думаю, не золотом, а древесиной.